полночь, все спят, а мне жрать охота. Подхожу к холодильнику, достал котлетку, сажусь за стол, не включая при этом свет. Тут к кухне подходит старший сын. Но я замер, чтобы он меня не заметил. А он стул к выключателю подставил и свет включил. Видели бы вы мое лицо, когда я увидел свою жену с другого края кухонного стола. Thank you.
Жена заканчивает готовить ужин. Решил, что бутылочка другая пива будут к ужину не лишними, и отправился в круглосуточный магазин. Он в паре сотен метров, но дорога через кусты, мимо стройки, освещения практически нет. Посредине пустыря из темноты рисуются две фигуры и движутся мне наперерез. Хоть я и не маленький в габаритах, но внутрь...